Всем привет, дорогие друзья, с вами Шиль, мы играем в какой-то прикольный боксинг. Ух ты. Ух ты, вот такое чувство, как будто я... А, я даже не понимаю, откуда я. Во! Ух ты. Такое чувство, знаешь... Так я где? А. Вот я, оказывается. Ух ты, меня офигали, смотри-ка. Бам! Ох ты, хороший, прям сделал такой большой. КО! Yes! Я его первый раунд завалил. Еееее! Даже не понимаю, как я это сделал. Давай. Ух ты, Fire for. Ох ты, хороший, это я сделал. Сломал, что-то непонятно. Fire for. Ну вдвоем что ли прям? А, вдвоем. Все, а. Бам. Смотри-ка, как я его убил прям. Последним. Да, фаталити что ли делать. Йоу, win. Почти Mortal Kombat 10, 11, сколько там, 12, блин. Так, окей, кликс, кликс, кликс. Так, бай. Окей, tutorial is complete. То есть мы выиграли, победили. Победили. Прошли tutorial, так, ну что у нас? Ага, получили что-то, sell, окей. У нас вообще, по сути, вот, что можно сделать? Вот, language, да, я не хочу, блядь, на английском, а тебе хуй. Играем на английском, бро. Никто с тобой не будет. Это другое, да? Ну давай, другое испытание. Есть кто-нибудь вообще? Дабл. А, вот это, да, который был? Вот это жестче. Вот это жестче. Сейчас с нами играет. Ну давай, попробуем выдержать 10 раундов с ним. Что это такое, блядь? А, это у него? Смотри, сколько файр, там файр. Так, у меня есть даже... Ух ты, даже ослепил, смотри. О! Нифига себе, блядь, еще так будет бесконечно, что ли? Я его подбил и могу бесконечно так бить, что ли? Дыхнули глаза. То есть я могу его подбить, смотри. Сейчас двойной вот такой. Fire for. О, двойной. И типа я так и буду. Хм, тут вообще на изи тогда можно сделать его. Окей, оу. То есть он пока бьешь его, бьешь, подлетает, подлетает его. Это что за изи? Не знаю, как. Может быть это так сделано. О, открыто. Хей, Карри. Ладно. Ну давай, давай, сейчас попробуем такой. Ну давай, сучка. Что такое, блядь? Еее, я девчонку побил. Трусляр. Ну вообще что-нибудь делает, да? Посмотрим. А, делает, смотри. Окей, файр пуш.
сейчас, дура. Пам. Что там плавин стоит? Хотя, в принципе, ну, бот играл, вы видели, да? Использую. С таким макаром можно здесь всю игру пройти. Аркада мод. Кстати, аркада мод здесь есть. Может быть, не только аркада мод. Аркады. Только в ранке. Здесь. А, мультиплеер есть. Ну, в принципе, если мультиплеер, то ладно. Два игрока. И легенда. И смерть. Давай посмотрим. А, он плеер только survival выживание против третьим левел. Чемпионшип. Ну ладно, аркад. Ну ладно, аркада мод это просто показывает. Если здесь есть реально, в принципе. Спид. А можно его подпрыгнуть? О! Я 400. Тоже увеличите. Типа, сколько? Ну сколько может? Ух ты, не. Блять. А, вот байт она. Бай! Боже, я на целых столько бабосов. Ну, пока аркада вон до третьего левела ты гаришь, потом против других игроков можно валиться. Оу. Я думаю, обозревать других игроков не будет. Ты будешь чем бить меня? Ну, начал бить, смотри. Вообще, как вообще можно так? Чё я, блядь, в пустянке бью и бью? Ну, аркад мод, конечно, не такой. Я думаю, мультиплеер или что-то такое, в принципе, более серьезно. Мультиплеер — это мультиплеер, значит. Раз. Два. Ух ты. Ну, видишь, он в другую сторону летел. Ох ты, KO. Добавишь какие-то фатальти, что ли, для прикола. Было вообще вот так. О, нет, ты меня убил. Пока я третий левел апну, чтобы там открыть что-то вообще. О, пройдет уйму времени, я скажу вам. Ух ты, нифига там такой. Хоть он что-нибудь сделает, нет? Вот так. Ну давай, во, смотри, он прям фигарит. Ох ты. Ну, ненадолго тебя. Бам, все. Чё поломал? Кости какие-то. Кстати, непонятно, как чё я ломаю. Тоже заметили, да? Еее, КО. Ну, сейчас он второй левел, второй раунд. Давай, братан, тоби пизда. О, перчатку одну скинул. Ааа, фаерпуш. Ух ты. Да. О, я могу бить, пока он там влетает, но это тоже так себе. Ну, игрушка прикольная так-то, можно мне поиграть. Своеобразная. Своеобразная. Аркад мод, пока я третий левел ап. Ладно, ребят, вы поняли, здесь противники одни. Искусственные, даже у них характеристика у них и больше, но если ты их прижал в угол, они там ничего не сделают, то это уже другое. Если вам понравилась данная игрушка, ставлю ссылочку в описании. С вами был Швили, до новых встреч, пока.